Всем здравствуйте, с вами Димас Гейм. Сегодня мы поиграем в игрушку Get Goose Fisher опять. Да, это уже вторая часть летсплеера. Ну, летсплея, где я играю за этого котика милого и ловлю рыбку. Я немного подкачался, и сейчас у меня надо кудлфиш ловить. Ладно, давайте попробуем. А, супер! Все, давай, жри, супер. Сейчас мне надо вот таких вот рыб. Собака, ее тоже укусили. Так. Что ж, закидывай. Нет! Какого ж дерьмана? Жридом. Нет! Супер! Сожри супера. Что, давайте? Вот это. Мне нужна для летсплея. Так, на нее побольше можно. Кровью рыбку, как бы она стоит 2000 с чем-то долларов. А это как бы немалые деньги. Ну хоть это поймали. Суперы! Четко, второй уже кудлфиш. Это уже меня очень радует. Давай, давай, давай. Лови, котик. Давай. Еще что-то поперло. Ешь уже пятый. Акула, грампер. Хищник. 500 рублей. Выход. Понесла на шестого. Ладно, давай. Фу! Дерьмо попалось. Собачье. Ну, у нас стоит тоже нормально для себя. Ну, не очень хорошо. То, что кудлифиш сейчас уже. Когда понадобится вот эта рыбка, я ее ловить буду. Сейчас будем побольше кудлфишев и гамперов. Кудлфиш! Yes! Yes, мне 500 рублей дали. И большое возмещение, да. Мое.
работу и два Рокетса. Она самая дорогая из маленьких. Ну да, даст она больше, чем Грампер. Не, меньше, чем Грампер, конечно. Больше, чем остальные вот такие вот маленькие рыбки. Ой. Нам же надо купить сейчас. Нет, ты еще одну дольку. Ой, почти все забрали. Тысяча это нормально. У нее квест. Кэч один коп. Так, нужно одну коровью рыбу поймать. Ага. Так, теперь нужно что-то Грампера или вот этих вот фишек поймать. Ну, а теперь уже лови. Грех не дай, а лови. Грех не дай. Сейчас грех не поймать. Блин, опять! Ну ладно, хотя бы у меня еще есть шанс окупиться. Корова должна клюнуть. Вообще нету шанса исправиться даже. Теперь. Коровья рыба. Сейчас поймаю ее и закончу, думаю, этот ролик, потому что небольшие ролики это. Сейчас это просто необходимо. Ну хотя бы на компе 63 гигабайта осталось еще. Чем мне волноваться? Ну тогда дольше. Это что за рыба такая? Четко. Так, сейчас увидим еще один квест. Я ее продал. Ну нормально, хотя бы деньги получу за нее. Да, сложно ловить коровью. Так, на нее уже что-нибудь заловить. Мне вначале это не нужно, у меня рыбы вообще не было. Я могу майчер съесть. Ладно, сейчас думаю, на этом закончу, это будет последний бросок. Удачный. Ладно, что ж, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, всем удачи, всем пока-пока.